Здравствуйте, дорогие покупатели. Предварительная видеосъемка, чтобы запомнить, где что стояло. Так, поехали. Что у нас тут есть? Ноги. Так, еще раз. Нога крепится к алюминиевому профилю с помощью закладной пластины, которая находится вот там в трубе. В этой пластине отверстие с резьбой. В нее будут вкручены вот эти два болта. Значит, при разборке закладную пластину эти два болта я прикреплю к алюминиевому профилю, чтобы они не терялись. Так, еще раз. Вот они у нас крепятся на ноге вот так. Так. Едем дальше. Значит, суппорта с режущими узлами плюс концевик вот этот вот. Суппорта с узлами. Плюс вот эти вот два переламывающих ленту, не знаю, детальки кронштейна. Значит, я сейчас наклею бумажки с номерами, что где по порядку, чтобы они так и были. И сниму еще раз. Дальше вот эти вот три суппорта. Один перерубающий, два режущие дырки. Значит, их обведу, место установки заштрихую наклонной линией. Они выставлены все четко, по 15 сантиметров с каждой стороны от края отреза должно идти отверстие. Так, значит, вот эти вот у нас идут поддерживатели. Они переставляются каждый раз на новые места, исходя из размеров изделия. Так, они будут сняты отдельно. Значит, откидыватели. Раз, два и третий. Вот он здесь. Тоже сниму вместе с поддерживающими пластинами, сложу аккуратно. Так, что еще? Суппорта, значит, буду снимать полностью, убирать вот эту вот, во-первых, как она, поворотный квадрат и сам несущий профиль, то есть с него все это снимать, чтобы, не дай бог, эти суппорта во время перевозки не покосили, не побили, не испоганили. Дальше, значит, в первую очередь буду снимать вот эти вот пластины, которые просто для удобства у нас тут. Дальше будет снят прокатный блок. Еще раз, от каждой запчасти детальки будут завернуты в пакетики, приклеены прямо скотчем к этой детальке. То есть болтики, винтики будут приклеены прямо к детальке, чтобы не путали и не теряли. Так, все, пронумерую, еще раз сниму.